Всем привет, с вами магазин webshop.ru, меня зовут Залил Фидель. Расскажу немного про карабин от фирмы Вента. Модель называется Высота 512, стальной карабин. Предназначен для использования при соединении каких-то страховочных элементов, привязей, страховочных устройств, подсоединения там, стропов при работе на высоте. Довольно миниатюрной формы, трапециевидный такой, и сам по себе он довольно небольшой. Вес у него порядка 170 граммов, сейчас, по-моему, 173 грамма, раскрытие 17 миллиметров. Покрытие внешне кажется довольно надежным, муфта, ход муфты тоже неплохой, то есть с одного маха он закручивается практически до конца и также практически до конца раскручивается. Так, затем, муфта здесь обычная крючковая, с острым краем, то есть этот крючок, он будет цепляться за веревку при использовании. Ну, в принципе, для остальных карабинов это как бы норма, то есть считается, по крайней мере, у наших производителей, у всех есть крючок на остальных карабинах. Так что имейте в виду, довольно неплохой карабин за эти деньги, один из самых дешевых карабинов на рынке, посмотрите. В принципе, довольно неплохо. Карабин Высота 512, трапециевидный, стальной, от компании Вента. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!